Всем привет, друзья, опять купили мы очередной сторож, я с гарбичными мешками, да, он на втором этаже, вон, лестница, ребята, так, какой он есть, я уже забыл. Я забыл, какой это сторож у меня. Видите, он где-то здесь был. Там красный замок должен висеть. Да, мне надо бумаги идти взять, наверное, чтобы я знал, какой мой сторож, потому что, честно, я забыл. Мне вчера его открыли. Мне его вчера... Вот, нашел. Номер сториджа 1014, ребята. Так что... Смотрим, что здесь. Здесь интересно. Этот сторидж за $10 тоже. Я вчера должен был заплатить, потому что последний день был вчера. Сказали заплатить только вчера. Тоже такой 1014, это номер сториджа, ребята. Здесь есть классные вещи, сразу вам говорю. Сейчас мы этот замочек закроем. Смотрите, друзья, вот только вот эти штуки бомбические, вот эти новенькие, друзья. Здесь вот такие термосы идут. Я не знаю, для чего они. Смотрите, они еще в пленке. Давайте вам скажу, сколько это стоит. Но они прикольные. И еще есть, там еще лежат. Ну вот, такой приблизительно $60 стоит. $60, правильно? На eBay. $70 стоит. Есть какой-то вообще чиповый, стоит за $35. $100. $57. Смотрите, $40. Чтобы ничего не говорить, давайте мы их посчитаем. Они новые. Может и не новые, может их нет. Они юзанные. А это юзанные. Так что давайте посчитаем по $20 штучка. Это уже здесь $80. Это здесь 90. Это здесь у нас $100, ребята. Вот у нас $100 уже есть возврат. Здесь у нас такая машинка, чтобы мыть автомобили. Pressure washer называется. Тоже имеется. Хорошая штучка. Что у нас еще есть? Ух ты, ребята. А у нас здесь сейф. И там что-то есть, ребята. Ну, я думаю, что мы найдем ключ здесь, потому что сейф без ключа не очень хочет открываться. Это уже хорошо, ребята. У нас есть такая плитка. И еще много вещей. Погнали. Смотрим, что дальше есть. Мы этот юнит отбили уже. Здесь только $100 на этом. Они стоят. Вот эти классные. Это новая система. Видите, как они работают. Вот они здесь такое. И они потом качают кофе. Видите, классная система. Все. Нормальные. Pressure washer, то есть стоит деньги. Сейф есть. Это классно. Так что все смотрим. Давайте, что хорошее, мы его ставим сюда. Эти денежки. Потому что это денежки, ребят. Это хранить кофе здесь. Thank you.
Это коробочка для инструмента. Здесь у нас идет сейф, как вы видели. Здесь у нас идет плитка. Ну, она новая, ребята. Да, она новая плитка, полностью запечатанная. Ну вот, вот такая электрическая плитка. И я думаю, где-то баксов 10 мы сможем ее продать точно. Это у нас, я не знаю, тоже мусор будет. Ребята, здесь у нас есть такая шторка. Давайте я ее возьму домой, посмотрю целая. Если она мне подойдет на окно, я ее поставлю в прихожей. Так, у нас здесь, ребята, есть большая колонка. Нет, это что-то, это лучше. Ребята, это что-то лучше даже. Еще 40 баксов, ребят. Еще 40 баксов здесь. Вот эти. Ребята, это кофеварочная машина. Это делать капучино. Если она работает, я поставлю дома. Надо будет посмотреть, если она работает. Что-то оно как-то... Вот и вся система, ребята. Смотрите, здесь это кофе сюда заливаешь. Damn. Nice. Битая чуть-чуть. Ну, посмотрим. Вот те очень классные. Очень классные, ребята. Вот эти. Gas. Новые, ребята. Никто не ходил. Новые gas. Вообще... Обалденные. Короче, еще одни кроссовки. О, это еще, наверное, мой размер. Уже у меня нет кроссовок. Я что-то себе не покупаю. 12 размер. Это мои кроссовки, только что-то на одну ногу они. Сейчас надо найти вторые. Вот есть. Вот, вторые кроссовки. Вот, ребята. Еще одни такие же. Должны быть. Вот. Еще пара идет. Кесовские. Классные. Там еще ботинки, кроссовки. Смотрите, Puma. Puma классные тоже кроссовочки. Ребята, этот сторож за 10 долларов. И у нас есть еще один сторож здесь за 10 долларов. Он офигенно большой. Просто офигенно большой. И, ну, там мусора очень много. Но там есть чем поработать. Я думаю, что может что-то будет... Что-то можно будет найти там. Вот здесь один мусор. Сейчас Миша подъедет, он мне поможет все носить, загружать. Смотрите, ребята, это целый костюм, штаны и кофта. Классный костюм тоже. Ну, не знаю, костюм тоже стоит деньги, правильно? Смотрите, здесь еще костюмы. И здесь классные костюмы, ребята. Это мы... Здесь вообще классная одежда. Вообще классная одежда, ребята. Это еще с новых. Это не старых. Здесь плойки идут. Здесь идет уже тоже одежда. Здесь идет уже девчонки какой-то. Здесь тоже надо будет... Это с одеждой я не хочу сейчас лазить. Это все дома. Посмотрим, что надо, выкинется, что не надо. Что надо, наоборот, что надо, возьмем, что не надо, выкинем. Сейчас Миша подъедет. Будем дальше разбирать это все. Ребята, здесь тоже. Смотрите, здесь что-то есть новенькое.
новенькая коробочка есть с ботинками. Что здесь у нас? Здесь у нас все мусор. Но это мусор, могут быть и какие-то хорошие вещи. Это тоже надо будет пересматривать. Здесь у нас что здесь у нас, ребята? Здесь у нас какие-то провода, есть бритва. Здесь у нас смотрите, Apple iPod идет такой. Насколько? 4 гигабайта iPod. Музыку слушать. Это тоже, я думаю, это надо будет взять домой. Его дома перебрать. Вот это все, эту всю сумку. Я его сейчас перебирать не буду здесь, потому что у нас времени очень разрез. У нас очень много работы здесь сейчас. У нас есть еще один большой юнит, 25 фит длиной. И его надо весь будет почистить. Здесь тоже кроссовочки классные идут. Ребята, здесь только мы на обуви. Обувь классная. Продадим. Даже за, если их по 5, по 10 долларов продадим, то будет круто. Эти, ребята, второй Пума. Он идет, второй Пума. Здесь голова пластиковая. Что у нас здесь идет? У нас здесь идет какая-то одежда. Что еще кто-то есть? Но такого ничего нету. Чтоб сказать такое что-то важное, нету ничего. Но мы его заберем все-таки домой. У нас очень много сейчас здесь даже приезжих. Они перебираются через границу Мексики. Они перебираются все сюда, переезжают жить. И это очень много людей сюда заезжает. Эти ребята, здесь есть такая сумочка Пума. Ну, это Пума. Здесь просто одежда. Еще что-то еще идет. Что здесь такого? Ничего нету. Это Амазон. Что-то Амазон идет здесь. Какой-то корд. Это просто шнур идет Амазона. Это мы дома переберем. Тоже у нас одежда, ребята, это все одежда. Что у нас здесь, ребят? Здесь у нас пульт идет от чего-то. У нас надо будет сейчас пересмотреть. Сейчас брат подъедет, мы пересмотрим все. Это я малым возьму, они сейчас на роликах катаются, чтобы голову себе не били. Чем попало, как говорят, да? Еще один. Здесь идет у нас спальный мешок большой. Еще один такой же. А что у нас здесь, ребят? Здесь у нас еще два идет. Два кроссовка идут, только разные. Мусор. Здесь идет какой-то микрофон. Не знаю, беспроводной.
микрофон. Я так понял, здесь что-то связано с кемпингом. Что-то такое. Здесь что-то связано с кемпингом, все. Да, Миш, паркуйся там на парковке, я тебе через фильтку запущу. Сейчас иду. Миша приехал, брательник. Сейчас будем помогать. Он тоже не работает, как и я. Занимаемся ерундой. Телефон глючит? Хочу набирать тебе, звонить до тебе. Мені відкриває якось меп, там де їда, так, куди мені поїхати, поїсти. А. Мішка, здесь і сейф є. Короче, здесь уже, если даже... Да, он закрытый, надо будет молоток открыть. Не знаю. Смотри, кофемашина. Ого. Смотри, сколько аппаратов. Смотри, это все кофе заливать, это термосы все. И они стоят по 60-100 долларов. Да, это вообще другая фирма. Вон сейф идет, видишь? Чуешь? Сейф. Он закрыт, видишь? А, такие? Да, такие у тебя. Они юзанные, они новые, да. Но я не смотрел, я смотрел только один. Чуешь? Но они по 20 баксов? По 20 баксов? Дядь. Он не закрылся. Закрыть надо. Не, надо, клеенка попала туда. Трубочку надо внутрь туда. Надо открыть сначала, вот так. Он закроется, все. Это по 20 долларов штука. Ну да. Смотри, уже 3, 4, 5, 6, 7, 8. До 100 долларов. Смотри, сколько классных кроссовочек. Это одежда, да, это пускай будет, это гарбиш пока. Это пока тоже здесь я пока отбираю. Так, здесь свет у меня надо. Ну да, больше, чем надо. Давай. Вот здесь можешь перебрать, посмотреть, бо я здесь не смотрел, я тебе специально к тебе оставил. Я эти вещи я не перебираю, пускай дома жена смотрит, что здесь, здесь палатки какие-то, еще какая-то всякая ерунда. Новенькие вещи. Тоже можешь себе даже забрать, бо... Мне не надо, я не хожу. Это пища, это гарбич. Это все надо будет. Что, мусор, конечно, надо сразу выкидывать туда. О, это выставляй туда тоже, сразу на кубку. Смотри, какие кол, чуешь? Такие ватники. Блин, 87-й год. Хорошо. Чуешь? Да, а хорошо, да? Какой твой день рождения? 87. Это тебе! Смотри. 87, твой размер, бро. На, смотри. Твой размер, блин. Да, твой я... год день рождения. На, смотри, так, какой ватник. Скоро, да? Да. Ну, ну, вот туда, да. Сверху ставь просто. Надо что-то такие боксы якусь. Смотри, все, тебе, блин, новая, да, классная кофта. Вон гарбичный мешок возьми. 87-й год. Блин, как раз тебе бокс, двеса, Аэропостол. Это дорогая фирма. В Америке, смотри, Нью-Йорк. Не, это не... Это я заберу все домой. Лена, посмотри, смотри, какие ватники, чуешь? Смотри, блин, какие ватники идут. Смотри. Вообще, блин, понтовые ватники. Смотри, здесь чуешь, смотри, сколько костюмы. Здесь костюмы идут. А, смотри, здесь вообще костюмы идут. Я уже пару костюмов взял, смотри. Вообще найс, смотри, какие. Смотри, это тоже костюм. Видишь? Не, не, это не бедные люди здесь были. Я не знаю, что с ними случилось, но здесь, блин, вот эти все вещи надо будем забирать сейчас, потому что это, блин, это очень много вещей и классные вещи. О, смотри, вот палатка. Чуешь, Миш? Там где-то я палатку поставил, на вот это поставь, это большая палатка идет. Вот это туда сразу, вон где-то там я поставил только что. Ребята, это... Делать. Я думаю, это все. Я не беру это. Я такие вещи я не беру.
масла вот эти все я ничего не беру, потому что оно мне не надо. Это все мусор. Вон гарбичные мешки, во. Не, гарбич. Вот. Тебе ничего нема? Вот, это все гарбич. Здесь золота, бриллиантов точно нету, ребята, но классные вещи, дорогие, есть. Скажите мне, я вам скажу, что это такое? Полная коробка. Какие-то пробники, не? Нет, это какие-то крема. Посмотри, вот. Короче, это на руки. Какой-то крем. Вот у нас идет 2020, слушай. 21.04.2020. Давай я его принесу домой, пускай Лена смотрит. Что с ним делать, я не знаю, жена скажет. Ребята, смотрите, какой спальник большой, блин. Спальники, ну это такие вещи, что ты не будешь спать здесь, просто можно будет посмотреть, что здесь есть. Правильно? Спальники мы... Кого? Да, чехол, да. О, смотри, это тоже классное, новое. Ты еще с этикетками, блин. Ух ты, смотри, чуешь? Смотри, какой ватник. Это Леня, чуешь? Новенький, с этикеткой еще. Блин, чуешь, смотри, здесь классные вещи есть. Вот, смотри, какие кепки, чуешь, новые тоже. Смотри, Adidas. Нет, это Adidas. Новенькие. Adidas чуть-чуть раз. Ну, бери себе. У меня мойка, у тебя нет. А, у тебя мойка есть, я забыл. Я забыл, ты у нас крутой. На мойке, блин. Это матрас. Но это тоже мы заберем. Это будем... Что-то находился, что с пультом? Что-то нашел. Пульта я нашел, да. Что-то с... Нету пока ничего. Вот это все вещи надо загрузить в машину. Это все забираем. То garbage, а это все забираем. О, еще одна палатка, Миш. Отвертка, наверное. Чуешь? На еще. А это бритва. Да. На. Еще одна палатка туда это тоже. На выброс, да, то на выброс все. И это туда же тоже на к палатке. Да. Пока выбрасываю, здесь ничего нету, телевизора нету. Здесь ничего я не вижу. Здесь много кроссовок классных. Ребят. Что это? Жесткий диск. Жесткий диск? Вот но выход. Поломанный. А. Да. Да, ну если его залезть туда, попробовать. А вдруг? Чуешь, а вдруг включится? А ну на. Миш. На, поставь пока там, я попробую туда залезть. Так, да, ты тут личные фотки оставил? Здесь нет, потому что нету ничего. Так, ух телефон. Ты, у меня iPhone есть, а Apple. Это телефон только что нашел. А, это не Apple, это наклейка Apple. Это телефон Vivo. Чуешь, Intended. Тоже хороший телефон? Ну, ставлю. Вот ты, Intended, да. Он может разряженный. О, с игрой, ребята. Intended еще с игрой стоит, смотрите. Что такое телефончик? Телефон целый тоже нормальный. А смотрите, может, игра Intended. Ух ты, еще плата какая-то. Какая микросхема. Это все хорошее, сюда можно складывать. Ладно, не попутать, это не гарбич. Ну да. А ну свету мне не заступай. Не все. Ух ты, ребята, здесь еще кепочки. И классная кепочка. Где те кепочки? Где я поставил их все? Где-то здесь я поставил. Блин, Миша. Да, ух ты. Еще один спикер, ребята. Классный спикер тоже. Он севший. Он севший. На, тоже туда поставь. Ух ты, а новый. National Geographic. Да, новенький. Это палатка внутри, наверное. А ну посмотри, что там внутри. Вообще новенький.
здесь просто вещи. Вещи? Ну, новенькие, да? Вообще найс. Какие-то пиццы. Бумажки. Бумажки, пиццы. Ух ты, вот ты новенький корт. Угу. Короче, я сказал адвокату за корт и сказал, окей, все скажу. За вещи. Угу. Штаны. Блин, это все надо забирать, чуешь? Миш, все оставляет, это фирмовые все. Это все оставляем, это все забираем. Здесь новые, здесь вообще с этикетками. Вот это только гарбич и все. Ну, это грязное, ух ты. Это грязное, но, блин, модное какими шипами. Шипами, с трусами. Еще какая-то мойка для стирки. Это все надо будет забирать. Все надо будет смотреть, ребята, потому что это все деньги. И это много денег. Вау! Миша, смотри. Новенькие. Чуешь? Это что, на выпуск? Да, это тут выкидывай там. Это и новенькие. Это что? Это что? Это давай сюда, новые тоже. Чуешь, подожди, я оставлю здесь, смотри. Новые, Миш. Ты. О, это другие. Это юзанный, а это новый. Я думаю, что он еще здесь есть какой-то, наверное. Должен быть, да. Но нет, это мои сайз. Новые, новые. Да. Не, это выкидывай. Вот, ребята, это юзанный. Вот где этот новый, это он в вещах. Он где-то здесь есть. Это точно он здесь есть, потому что это новые ботинки. Фу, пахнет так. Все, вот это все на кемпинг. Это угли на кемпинг. Сюда. Да, да, да. Ставь все туда. Ребят, смотрите, еще новые. Не юзанные. Но тоже классные ботинки. Вот эти кроссовочки. Сколько кроссовок, чуешь? Все, блин, классные кроссовки. Обувь вообще шикарная. Где-то еще один здесь есть новенький, должен быть. Где-то я его найду, ребята, потому что не может быть, чтобы его не было. Ух ты. Платы, но она убыта. Выкинем. Вот, смотри, еще одна такая. Это здесь одна, это вторая, но машинка. Машинка для выделки. Да это все надо, вот это все оставляем. Это все уже я перебрал. Да так уже, так перебрал, знаешь, так сказать. Вот и, блин, вообще. Вообще, я вообще не представляю, здесь столько вещей классных. Ну да. Ну тот, TCI-овский тот, с работы. А вот мой новый кроссовок. Не, это другой цвет. Это тоже новый. Да. А где он? А, во, это он. Он тоже, смотри, целенький. Да, это что? Даже не юзанный. Да? Но там все идет. Там тоже новые ботинки, все есть, да. Ну, ребята. Вот такой юнит. Юнит просто бомба. За 10 долларов. За 10 баксов это вообще вещь. Вещи вообще шикарные. Вещи дорогие здесь. Здесь уже в плюсе, не знаю, раз на ног 50. Кроссовок очень много. Очень много. Еще новых даже. Сейф есть. Сейф будем ломать. Есть кофеварка. Ну, все вещи. Палатки. Две штуки больших палатки. Ну, ребята, классные вещи. Так что... Это классный юнит, а сейчас перейдем на страшный юнит. Да, ребята, сейчас перейдем. Это маленькие юниты, потому и они классные. Сейчас увидите. Открываем. Вот. Метр. Это 25 фит в одну сторону на 10 фит. Юнит.
Ну не сейчас, а через пару дней вам, а мне сегодня. 25 фит длиной, это сколько метров? Ну, где-то наполовину меньше. На 1 метр это 3 где-то фита. 12, где-то 12. 3 фита, 1 метр. Да? Да. А. Сколько? Ну, 8 где-то. Короче, где-то 8-10 метров в длину. Там столько мусора, ребята, так что там придется чуть-чуть нам попахать. Не знаю, что мы там найдем, но что-то найдем. Так что все, друзья, увидимся там. Не забываем кодовое слово. Если вы меня смотрите, вы знаете. А если не смотрите, это номер юнита. Я его показывал на видео. Так что все, друзья, все. Всем пока-пока. И увидимся в следующем юните. Да, ребята, еще много вещей. Вот эти все вещи едут домой. Гарбич, да? Вот это только гарбич, это выкидываем. Это гарбич. Да. Я не знаю, кофемашинку эту, я думаю, что выкинем. Ну, сейф придется. Чуешь? А у меня же такой же самый сейф. Ну-ка. Ну, это я тебе его отдал, блин, то же самое. Это у меня только... Это железный, да? Нет, пластик. Ну-ка, не, молоток. Чуешь, у меня молоток есть дома. Нет. Ой, молоток есть в машине. Смотри, у меня есть... Ключ от сейфа. Ну, давай такое. Что, думаешь, он подойдет? Давай. Потому что это сейфы, блин, он не может подойти, если, блин, если в баню. Подойдет, если подойдет, сейф мой и все, что в нем тоже мое. Если подойдет. Если не подойдет, ладно, ты разобьешь и себе заберешь. Давай. Ребята, как вы думаете, что просто делать? Сейф жалко. Если подойдет, сейф нормальный. Не, ну у меня молоток есть, я сейчас открою и все. Ну, и... А что в середине, а вдруг там золото есть? А такое. Ну что-то там есть. Я уже это, я когда нашел, я уже его трес тоже. Что-то какие-то вещи есть, но. Ну тут обижда попадается, а зараз я уже видно. Ребята, давайте мы сделаем такое. Мишка сейчас. У него есть ключ. Моего сейфа. У меня белый сейф. От моего сейфа. Ну, потому что это то мой сейф, я ему его отдал, бы я себе купил большой сейф, такой как этот. Как ящик такой, большой сейф. Я ему отдал только белый сейф такой. А этот сейф, он закрытый, он запечатанный, ключа нету. У него есть ключ. Есть. 3D2. Давайте посмотрим, окей. Есть даже ключ. Фирма не та, видишь? Здесь даже фирма не та. Ну что ты она тогда лезешь быть. Сюда? Иди ты в баню, ну, ищешь, ну, да, а вдруг золото, и ты заберешь его. Давай я попробую. Давай. То шо? Все, что? Ну, не, подожди, и, подожди. И то что? Останется. И сейф что? Сейф и все, что в нем, мое останется. Блин, это риск большой. Ну так, ну ладно, давай будем так и делать, ладно. Короче, если твой ключ подходит, ребята, это большой риск, но навряд ли, что он подойдет, потому что это сейф другой, фирма не та. Это не та, но... Ну как, ладно, если откроешь, все твое. Что? А ну назад. Может он поломанный? Он не поломанный? А я не знаю. А ну, дергай. Ага, хрен там. Ага, давай, давай. Ё-моё. И? Здесь нифига. Здесь нифига нету. Ага. Ребята, ну ладно, он сейф заберет. У него ключ подошел, мой ключ подошел. Это с PayPal. PayPal, можешь себе забрать. Во, помнишь, вот это, что ты заработал. А вот это? Это... А вот это карточка, это карточка от банка. Это уже моё. Карточка. Это карточка с гостиницы. Раз, два, три, четыре, пять, сотка, $110. Блин. Это уже все, мы договорились. Он заработал на моем же сейфе, ребята. Как это так? Еще плюс сейф мой. Еще плюс сейф. Сколько этот сейф стоит? Здесь номер какой-то. Сколько? $100 где-то. 100-120 долларов. У меня теперь два сейфа и один ключ. У меня один ключ на два сейфа. Смотрите так, на ладно. Эту наглую рожу и скажите, да, как это так. Это брат называется, блин. Он так меня
оботрошил. Просто... О, я, может, тебе за жалко оставить. Mm. Спасибо за карточку, за PayPal, man. Но я пойду в клуб. Я пойду вот эту гостиницу, блин. Может, что-то там найду. Ладно, денежка моя. Денежку я сразу забираю. Смотрите на эту наглую рожу. Мы договорились? Договорились, все. А здесь денежка. Не было третьего человека, чтобы руку перебил, блин. Он камера стоит. Это не камера, то какая-то фигня. Так, все, ключ подошел, можно обратно закрыть. Ну, я же, в принципе, сказал. Ребята, все, у меня камера сдохла. Я на телефон сейчас снимаю. Это вообще жопа. Я, короче, все. Я попал на 100, сколько? 110 плюс сейф. Сотка, 110 и плюс сейф, а ну, сейф еще где-то ключа. 100 он баксов, ключ. Ну без ключа, да. Ну ключ вообще-то есть уже? Ну да, один на два сейфа, один ключ на два сейфа. Ну если потеряешь, ты все потеряешь, знаешь. Ты два сейфа потеряешь, не, ну сейф не потеряешь, ты молотком откроешь. Я копию сделаю, я копию. Нельзя. Че? А, от сейфа нельзя делать копии. Блин. Они тебе никто не сделает. Вот так, друзья, надо... Деньги зарабатывать. Ну, тут все. Приехал 10 минут, и он уже $110 заработал, плюс еще сейфа заработал. Да, и да. Еще плюс ватник заработал всего же день рождения. Ну да. Приехал. Смотрите эту наглую рожу. Какую машину? Давай. Вот это все твое теперь. Неси, блин, все в машину мне загружай. Давай, блин.